Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Обливион. Мы находимся в городке под названием... Как он называется? Бравил, да, я думаю постоянно. Бэрл, что ли? Нет, не Бэрл. Думаю, Бэрл — это бочка. Короче говоря, мы сюда прибыли, потому что в предыдущей серии, в книге, которая лежала в кабинете у Винсента, усопшего... Ух ты. Ты себя плохо чувствуешь? Тебе нужна моя помощь. Ты. Привет. Я? Крандиал. Знаток магии. Ученый по призванию. Занимаюсь изучением наших альдмерских предков, айлейдов. Расскажи про город. Айлейдские руины Антивиль недалеко отсюда. Я могу провести несколько дней там, а затем вернуться сюда, в уютный дом к моей библиотеке. Понятно, ученый. Хорошо. И тебе всего наилучшего. Какой высокий. Обалдеть. Удивительно. Скайрим всегда сотрясали пограничные конфликты. До свидания! И тебе всего наилучшего. Скайрим, да. Скайрим всегда такие дела. Для пива. Жаль. Так, ну что. Короче говоря, в этом дневнике мы обнаружили записи одного из охотников на вампиров. Я тебя вижу. Привет. Ой, как темно. В записях говорится о руинах где-то вот в этом промежутке между Бравилом и Имперским городом, где обитают вампиры. Ты себя плохо чувствуешь? Я себя прекрасно чувствую. Так, ну-ка, кстати говоря. Вот и пища, хорошо. Нам нужно наведаться к этим вампирам, потому что у них есть какое-то убер-оружие, которое убивает вампиров с одного удара. И не только самого вампира, но и всех, кто поблизости с ним. Это очень мощный артефакт, и я думаю, нам бы он пригодился. Поэтому я хочу найти эти руины. Я думаю, это будет не так просто, но интересно. Как всегда, в общем. Ну и понятное дело, это опять ночные серии, потому что и вампиры так интереснее. Во-первых, отыгрыши, во-вторых, ну, реализм, если тут можно как-то говорить о реализме. Бравил на самом деле клака еще так. Даже в описании к нему идет, что здесь постоянно вонь сточных канав. Так, чалая лошадь. Зачем ты тут стоишь? Конюшни, чалы и лошади. Отлично. Единственная по-настоящему красивая лошадка. Вот она. Так, ну что? Я, конечно, предпочел бы пешочком. Но я думаю, так зато будет разнообразнее, а то мы все пешком да пешком. Хорошо, и мы ищем, насколько я помню... Норналхорст, вот. Так, ну, хорошо, будем искать. Я думаю, днем тут очень красиво. Ну и ночью, посмотрите, какое небо. Хорошо, поехали. Что это? Стоит. Каджит. Морской зуб. Органианец. Ну, я, конечно, не голоден, но такой подарок судьбы, как я могу пропустить? Давайте покушаем с него. С утра он проснется с непонятной болью и маленькими ранками на шее. Но кто думает, кто-то в комментариях писал, что все эти люди становятся вампирами, это не так. Вампиром в этой игре стать гораздо сложнее. Они просто потеряют унцию крови. Потому что пинту. Волшебная музыка. Так, это там что, олени? И что-то вырисовывается на горизонте. Так, это святилище чье-то. Давайте проведаем.
Тенегрива все-таки, пожалуй, оставлю, потому что... Зенитар. Прощение? Мне не нужно прощение. Ну, ладно. Так, вон там волки. Надо быть осторожнее. А вот тут у нас какое-то подводное, что ли. Пещера Вейонт. Заглянуть? Нет. Давайте просто ради интереса. Сможем ли мы тут существовать? Я не думаю, что тут что-то интересное будет. Ну, почему бы не попробовать? О, сколько у вас тут пакостевая эдакая. Так, подожди. Эти стрелы не для того. Так, берем обычные железные стрелы. Вы большего не заслуживаете. Вообще охренел, что полез на меня. Один золотой. Интересно, откуда он у него? Так, ну в этой пещере, я так понимаю. Подожди, там кто-то есть. Так, ну мимо этого мы не пройдем по-любому. Кто это такие там, интересно? Так, вроде как ребята серьезные, кстати говоря. Такая джиты, что ли? Или жаба опять? Я стараюсь об этом просто не думать. Совет старейшин позаботится обо всем. Так, ну вроде они не опасны. Давайте попробуем к ним подойти. Уберем оружие. Встанем в полный рост. Ой, ну ладно, понятно. Что за племя? Ну что с тобой происходит-то? Поговорили бы хоть. Лады, значит, не друзья. Но вы видели, он абсолютно голый, но при этом... И то довольно много стрел у него требуется. Так что не факт, что нам тут пока есть что делать. Ну ладно, получи что. Блин, куда же шелохнулся-то? Да вот он и я. Постоянно дергаются резко. Хорошо. Кто же вы такие, я не понял. Рабы беглые, что ли? Стрел, кстати, не так уж и много. Зато у них есть отмычки. Это хорошо. Я бы, знаете, предпочел, чтобы... Вот такая вот подсветка всего была, но при этом не светились именно живые существа. Ну, то есть подсветка, чтобы была менее яркой, потому что я за ней часто ничего не вижу. Так, вон есть проход туда. Простой сундук. О, ненавижу открывать сундуки.
Хорошо. Золото. Что-то темно-то так, обалдеть. Тихо. Да блин. Вот начинается. Так, ради чего я сюда ходил? Интересно. Вообще, по-моему, абсолютно бесполезное подземелье. Мы зря зашли. О, представьте, это застоявшаяся вода, какая пакость. Но что-то в этом во всем есть. Довольно необычно. Хорошо. Ничего я тут вообще. О, так, надо быть осторожнее. Давай занырнем. О, обалдеть. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Так, надо валить, по-моему. Не особо сложная, но я пока не вижу резона их убивать. Ну да. Что, не видит меня, что ли? Да-да-да, посмотрел так. Короче, моя скрытность это круто. Так, ну на вас, я так думаю, можно потратить что-нибудь кучерявое, типа стрелы мороза. Мороз вам, я думаю, понравится. Почему бы и нет? Добрый день. Хорошо. Минус два. Они первые начали. Отмычки. Вообще ничего. Абсолютно голый. Ради чего я тут? О, рунный, окованный. Не уверен, что смогу его скрыть. Короче, нужно уходить отсюда, похоже, просто. Зря зашел даже. Это просто... Давайте посмотрим, может там что выведет. Интересно будет. Чернотопка стала еще опаснее. Куда вообще попал? Офигеть. Вот главная проблема подземелья в Обливионе — это то, что большая часть из них просто копипастные, без какой-либо изюминки. Ничего интересного у них нет. Так, ну тебе, я так понимаю, придется умереть. И ты у нас единственный не голый органианец здесь. Вполне возможно, ты меня сейчас побьешь еще по-бешеному.
если нет. Это уже что-то так куда-то подевалось. Ближе к телу. Неплохой такой посох. И сундук. Нормально. Так, ладно. Здесь что-то опять эдакое. Не, ну жаба есть жаба, да? О, сколько вас там. Есть. Так, ну туда, если я попадаю, то меня замечают. Короче, пойдемте отсюда. Это подземелье, нам особо смысла нет. Я не знаю, зачем мы тут находимся, и вещей тут хороших нет. Если бы у нас был какой-то квест, можно было бы еще как-то повоевать тут. А так я просто трачу свое и ваше время. Непонятно на что. Так, ну что? Будем мы благословлен. Как дела? Что интересного? Уходим. Я надеюсь, я туда плыву. Вроде бы туда, да? Так, меня заметили. Ну и черт с ними. Прикольное место такое, мне понравилось. Кто там, что кому надо? Уже, похоже, никому ничего не надо. Ладно. В общем, понятно. Тут целая система туннелей под водой. И тут полно этих жаб. Ладно. Да, я так чувствую, можно часа три бродить. Скоро рассвет, похоже. Да, время 6 утра. Тихо. Смотри, какой бешеный. Вот ты посмотри, что делать. Да, блин. Почему я не могу в тебя попасть? Все, хорошо. Еще потратил на тебя стрелы такие. Так, ладно. Обычные стальные стрелы. Красиво, да? Вполне возможно, нужное нам подземелье где-то под водой вообще. Давайте на горочку поднимемся и осмотримся. Пока что, честно говоря, ничего не вижу. Хотя вот это может быть. Давайте проверим. Там вроде ничего нет. Или это... Нет, ничего. Так, ну вот что-то интересное нарисовалось. Мне кажется, это именно оно. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы я мог договориться как-то с этими вампирами. Я же сам вампир тоже. Не знаю, посмотрим. Так, эти зверушки крайне опасны. Поэтому... ну да. Что, расхотелось уже, что ли? Да, если бы еще тут... Он перехотел, похоже, вообще воевать. Ладно, черт с ним. Так.
Что, интересно, тут водится? То ли это вообще место? Как оно там называлось? Оно называлось у нас... Норнелхорст. Нет, это Форт Вариэлл, тоже не то. Блин. Мы уже довольно много прошли, кстати говоря. Ну, в принципе, тут еще места полно. Вроде как по берегу, по береговой линии не видно ничего. Поэтому нам нужно будет углубиться в территорию. Хотя, вот это что? Это у нас просто святилище. Да где же ты? Боги, похоже, серьезно на меня обижены за то, что я вампир. Псина. Сейчас еще ты будешь нападать на меня. Так, ну, давайте посмотрим где-то вот тут вот. А вон там что-то, а там пещера, может, нет? Много именно подземелий всяких и вот этих вот святилищ, но все нефункционально. Мир мертвый. Это его главное. Главный недостаток. Лошадь. Тихо. Это кто такой? Япона мать. Как я не попал? Там их двое еще. О, ребята. Это мы. Неудачно так зашли, да? Страшилы какой. Так, Мидос. Какой аконит. Вот не люблю, когда во время боя под руку лезет какое-нибудь растение или что-то подобное. Так, ну лады. Допустим, Минотавр в роще. Рога ваши неплохо так. Ну и морду где? Аконит. Так, ну, ну хорошо. Там еще что ли? Да не может быть. Единороги. Офигеть. Агрессивные. Ну-ка, подожди. О, так, понятно. Я не могу тебя усмирить. Тихо, тихо, тихо. У меня же было что-то эдакое. Но это явно выше 5 уровня, да? Ну да. Придется убить. Или получить. Единороги. Я не знал, что они в этом мире есть. Че, не нравится? Я так чувствую, я грибу сейчас просто. Короче говоря, камней высоких нет, конечно.
Да что ты? Какой душный ты, елки-палки. У меня сейчас все стрелы у него идут. Мне жалко просто стрелы. О, так. Потратить на тебя Розу Сидиса может. Хотя зачем? Хотя с другой стороны, почему бы и нет? Она в него вообще не вошла. Ну, то есть вошла, но ноль эмоций. Так, хорошо. Чем тебя бить-то вообще? Давай углями, может. Светом я не думаю, что на тебя больно хорошо будет действовать. М-да. Тихо-тихо. Похоже, знаете, что я думаю, нужно просто оставить его в покое, потому что я не могу его убить, выйти. Это абсолютно бессмысленно. Пещера Минго. Да. Это же надо так, чтобы угораздило. Это только я могу. Так, ну и где наша пещера в итоге-то? Нужно повернуть вон туда, да идти потихоньку. Ой, твою мать. Уйди от меня, единорог. Япона мать. Он психованный. Ну чё, съел животное. Ой, тихо, 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 тихо. Психопат, ну. Блин, я уже боюсь всего, что выскакивает. Вот тут вроде... Нет, это не дорога. Это что это у нас там? Таверна. Побежали к людям. Я не знаю, может кто поможет его убить. Какой-нибудь охранник, проезжающий мимо. Блин, еще не хватало от падения пострадать. Спасите, помогите! Единороги! Кто нашел его? Вот-вот-вот, молодца, давай. Помогай мне. Молодца. Лесник. Работай, лесник. Бей гада. Рубай его, рубай, ну. Давай. Отвлекись ты на него. Так, хорошо, я буду потихоньку качать пока... потрошителя, или что у меня там еще есть? Клинок горя можно, но он попозже будет круче. Сейчас пока не особо. Вот так, хорошо. Теперь мы сохранимся, потому что я сейчас чувствую, с одного удара он меня может убить. Вот. Отлично. Айте. Это, конечно, эффекта никакого вообще не дает. Я еще только разминаюсь. Так, нужен кто-то посерьезнее, чем этот лесник. Толку от него вообще никакого нет. Пойдем за мной, единорог. Я хочу тебя убить сегодня. О, это тупо. Но весело. При этом. О, кстати говоря. Никогда не видел такого мощного, агрессивного и при этом тупого существа. Это же просто позор. Ну, единорог, понимаешь? Блин, он весь в стрелах. Плавать ты умеешь, нет? Отвяжись от меня, ну что тебе от меня надо? Стражника нигде не видать на лошадке. Ты идешь там, нет? Можно его туда отвезти, но толку-то. Давай. Устал, что ли? Скотина. Сколько бил, а толку вообще ноль. Я думаю, такую тварь уровня через 20 смогу, только более-менее там еще колупать.
Лесник что, сдался? Так, ну, хорошо. Так, мы и не нашли никакое святилище. Хотя, вот это вот что такое вообще? Да. Отстань, пожалуйста, ну. Форт Хамстед, понятно. Это тоже нам не нужно. Не устал? Вот же упертая. Стража! Охранники! Помогите! Уй, твою мать! Ой, валю. Обалдеть. Вот этих звуков не нужно. Я так тебя боюсь. Да, отвали ты от меня. Короче говоря, в этой серии мы, похоже, так и не найдем это святилище, потому что, ну, тупо я его не вижу. А исходили мы вообще все, что только можно здесь. Так, давай туда. Куда еще тут можно пойти? Я даже, честно говоря, ума не приложу. Ну, там есть еще одно местечко, в принципе, но как-то... Насколько я просматривал, там ничего не было. О, красиво как. Отстань ты от меня, ты уже заколебал просто. Офигенно. Вот это за такие вот, конечно, пейзажи, игру и любишь. Нет, не надо, не убивай. Ух ты, твою мать, это что ж за день-то такой? Япона мать, бежим, угольная пещера. О, они убили олененка, капец. О, тихо. Ого, ай, вашу мать, идиоты. Я не хочу умирать. Это капец просто, ну. Он типа пацанов своих позвал, что ли? Чтобы не скучно было. Это просто натуральный пипец какой-то. Так, ну, тем не менее, мы занимаемся своими делами. Мы так и не нашли то, что... Ух ты. Что нам было нужно. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Леша, ты можешь? Давайте, рубайте его, как можете. Вы можете. Ой, твою мать, ты откуда тут взялся? Да, что ты... Ну... Что ты привязался-то ко мне? Давайте, убивайте. Нет, не бей. Ты посмотри, это же просто какая-то дискотека 80-х, ну. Это, ну, вообще просто ненормально то, что происходит сейчас. Ну, и чё? Всё? Успокоился? Давай он, ребят, разбери. Да ты смотри, он упоротый просто. Какое подношение требует этот Херсин? О, кого ты ударил там? Хотя бы видеть хотя бы. Короче говоря, это нормально. Даже крабы дерутся лучше, чем ты. Ну да. Я бы не сказал, конечно. Вы сделаете с ним что-нибудь, я нет? Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Это просто обалдеть. Агрессивный единорог, от которого я уже бегаю полчаса. Ну, да. Что ты делаешь? Поломал вот так. Короче говоря, ну вы поняли тогда, да? Давайте мы тогда на этом закончим. В следующей серии пойдем. Ты опять идешь, что ли, сюда? Да, все похоже будет на бегу.
Давайте я сейчас занырну куда-нибудь, чтобы он отстал от меня. Плавать-то он, я думаю, не умеет. Хотя, я не удивлюсь, это просто терминатор какой-то. Ну чё? А, стрелу поймал. Давай, давай. Стреляй, блин. Не, ну это, по-моему, самая тупая... Ты тонешь там, что ли? Давай, давай, тони. Нет, не тонет. Оно не тонет. Короче, самая тупая, но самая, наверное, ржачная серия. Давайте на этом прекратим. А в следующий я пойду по заданиям Темного Братства. Посмотрим на новый заказ. Возможно, будет интересно. Как бы там ни было, увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.